Очередной пуск на форуме C-Space стал триумфальным. Команда студенческого КБ Самарского университета представила во Франции новую малую ракету. Среди своих зарубежных конкурентов они единственные из России. В этом году молодые инженеры вернулись домой с победой, став лауреатами премии Национального космического агентства Франции. За рубежом есть куча программ, которые программ поддержки развития такой студенческой деятельности в области малоракетной техники и спутникостроения. Вот, и в рамках которой Национальное космическое агентство либо какие-то крупные предприятия аэрокосмической отрасли, они, в общем-то, взаимодействуют с студенческими командами, с университетами и реализуют какой-то один достаточно крупный проект. В России пока такого сотрудничества нет. Помочь наладить взаимодействие с Роскосмосом команда инженеров попросила главу региона. Я уверен, что мы в Роскосмосе найдем поддержку и найдем поддержку на наших предприятиях. При этом важно, чтобы не только этот проект, но и многие другие получили поддержку. Промышленность и наука должны взаимодействовать. Это необходимо как предприятиям, так и учебным заведениям. Сегодня в Самарской области обучаются порядка 170 тысяч студентов. Многие из них заняты не только в учебной, но и в научной работе. Регион занимает третье место в стране по темпам социально-экономического развития. От молодых, энергичных и талантливых людей зависит, как будет дальше. Эти изменения, которые в регионе происходят, может быть, опережающими темпами по сравнению с другими регионами, они становятся заметны и на федеральном уровне. И президент отмечал динамику развития региона, как вы знаете, на крупнейшем международном экономическом форуме нашей страны в Санкт-Петербурге. И знаете, это важно еще почему? Потому что, во-первых, молодые и талантливые ребята, очень надеюсь, тоже за этим следят и понимают, что будущее у Самарской области очень и очень серьезное, и перспектив здесь много, и будут здесь оставаться, на родной земле. По словам главы региона, сейчас в стране созданы условия для обучения студентов на порядок выше, чем было в 70-е, 80-е и 90-е годы. Работает целый ряд образовательных программ, которые помогают в самореализации. И от студентов общество ждет активного участия в решении самых разных вопросов. Победитель в номинации «Гран-при» студент года 2019 Антон Уваров, студент энергетического колледжа, предложил создать медиа-центр для сохранения исторического наследия города. Проект, он, кстати, уже обкатан немножечко и вышел в финал конкурса «Добровольцы России», и среди 28 тысяч заявок он вошел в топ-10. Губернатор идею поддержал, отметив, что такая работа уже идет. Создается электронный архив военных памятников. Звучали и другие вопросы и предложения. В частности, для студентов Аграрного университета один из самых острых вопросов – транспортный. Ездить из Самары в Усть-Кинельске обходится очень дорого. От площади Кирова нашего города до поселка Усть-Кинельский стоит 70 рублей. Если же, например, расстояние больше, то там, например, стоимость может доходить до 100 рублей. Это только в один конец. Поручение решить вопрос дано профильному министерству. То же самое касается и других озвученных проблем. Ни одна из них не останется без внимания, уверил студентов губернатор. Все-таки это молодые и амбициозные люди, максималисты, которые готовы сделать все, чтобы жизнь становилась лучше, и это надо поддерживать. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».